эту выставку, да, я продолжаю уже много лет, и она разбросана по разным уголкам земного шара. Сейчас я такой подарок барнаульцам принес ее на родину, фрагментик всего-навсего. В руках мастера, казалось бы, из бесформенных пней и коряк рождаются герои сказок, невиданные животные и даже мифические персонажи. Вот, например, цапля, привезенная с берега Катуни, а вот то ли собака, то ли кошка, смотря с какой стороны посмотреть. А сам автор утверждает, что это полностью заслуга природы. Она главный скульптор. Основным материалом и основным, скажем так, исполнителем уже становится не автор, не человек, не его мастерство, не его там умения, навыки, а то есть природа сама. Не я ее выдумал, не я ее надумал, не я ее навязал материалу. То есть все шло от естественных линий. Ну вот, чтобы увидеть их, то есть мне вот надо было съездить в Новую Зеландию, да, вот, то есть я 2 года на нее смотрел, ноги складывал, скажем так, там во время чаепития каких-то, я не видел вот этого персонажа. И у каждой скульптуры своя история. Вот, например, волшебный лес с домиком Бабы-Яги, совсем как в сказках Пушкина. Вот с этой стороны щенок Змей Горыныча бегает, охраняет эту избушку. Вот здесь вот Баба-Яга стоит и ждет какого-то очередного дурака, который полезет по этой тропинке к ней на верхотуру. Умный в гору не пойдет же, да, то есть вот она ищет. А вот там елочка появилась, вот там фонарь, который светится в темноте. А самая интересная находка была вон тут череп медведя, то есть он настоящий. Есть работы автора, которые проявляли характер и неуклонно вносили свои коррективы в композицию. К примеру, «Восточный колдун», «Ищущий лампу Аладдина». Я сделал ему руки, вырезал великолепные там, пальцы с ногтями, с морщинками. Нашел 2 дерева, согнутые под прямым углом. Сложил ему так руки горделиво. И решил маленько усилить цветом, да, и там углубить, прожечь ему в середине там, ложбиночку. Я что-то полчаса постоял, она не зажигается, потому что дожди промочили накануне. Залил водой, 2 ведра вылил. Утром прихожу, соседи стоят так и в скорбном оцепенении, человек там 7-8, прямо такая немая сцена. Я тоже оцепенел сразу, подбегаю к ним, выгорело все. И сгорели эти руки, которые у него были до этого. Сам художник говорит, что все эти истории заставляют его снова творить, причем без перерыва даже на сон. Имен и названий фигурам он не дает, каждый увидит в них что-то свое. А полюбоваться на работы автора можно практически в любое время в поселке Фирсово-Слобода. Кстати, платить за вход не нужно, а экспозиция будет только пополняться все новыми причудливыми композициями, рожденными самой природой. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.